Следующей остается лампочка. Она набрала 180 голосов. Я не знаю, как ты воспримешь этот подарок, но кратко я решил подарить тебе полено. И я надеюсь, тебе это не очень расстроит. О да, это как раз то, что мне нужно. Вкуснятина! Какая-то ты жуткая в последнее время. Может, что-то случилось? Ай-яй-яй, прошу, не прожигай меня этим взглядом, умоляю. Поздравляю. Теперь у меня вообще не осталось близких друзей. Эй, а как же я? Точно. Теперь мы можем проводить намного больше времени вместе. Будем вместе кушать траву, лепить грязевые суши, лепить настоящие суши, искать уши, рвать яйца у клуши, кушать суши, ловить груши. Я понял, понял, понял. На самом деле испытание начнется без Кнайфа, но он может присоединиться, когда закончит. А тут получается женский коллектив, да? Лампочка, надеюсь, ты не против, да? Ребят, все цепляемся за лампочку! Хорошо, как скажешь. Лампочка, греби! А нет, мой хвост! Остановите, остановите, прошу! Лампочка! Может, правда нам остановочка нужна, а? Окей! Слушай, у тебя как еще башка не треснула вообще? Что тут происходит, черт возьми? Ха-ха, злой курасан именно этого и заслуживает. Надеюсь, его точно исключат. Чарджери, осторожно!